Друзья, посмотрите, что я получила. Вот мой долгожданный подарок наконец-то дошел до меня. Ну как дошел, я его сама забрала, потому что посылка пришла вчера, но нас не было дома. Я ходила вчера, кстати, на маникюрчик, друзья, посмотрите, обновила. Ой, какой красивый, нежный маникюрчик у меня получился. Мне очень нравится, вот сюда стразики сделала. Ну и такой молочный. В общем, и да, и в этот момент приезжала моя посылка долгожданная. Ну, посмотрите, вот помощница моя здесь мне помогает. В общем, это мой подарочек на день рождения от любимого мужа. В общем, мы за полезные подарки. Он сказал, смотри, выбирай. И да-да-да, я выбрала. Я решила приобрести... Доча, сейчас бухнешься! Бухнешься! Еще и на игрушке. Вот у нас время 9 часов. А, Миночка у меня не спит. Вот она немножко легла. Я думала, вот на ночной сон уйдет. Минут 40 подремала и что-то проснулась. И все, вот помогает теперь мне. На. На пол. На. Посмотри, на. Вот помогает мне тепереча. Да, Амина? Вот ей лишь бы, чтобы все было внизу. Все надо скинуть, да? Угу. Ну, давай разбираться будем. Так вот, я выбрала себе подарок. Это стабилизатор для телефона. В общем, как селфи-палка. Но такой, знаете, я не знаю. Думаю, что многие знают эту фирму DJI. И вот. Довольная, как слон, так хотела. Поэтому... Надеюсь, что мои видео станут еще лучше. Стабилизирование, не будут они туды-сюды. Ну, посмотрим. Сейчас я распакую, анпакинг сделаю. Ну, думаю, что не буду снимать, потому что мне Амина, конечно же, сейчас это сделать не даст. Вот просто не даст, красотка моя. Тимка и муж уже у меня отдыхают, спят. А мы все девчата тусим, да, доча? Вот, день рождения у меня 14 мая, а подарок я уже свой получила. Сегодня у нас 11. А вот, сейчас буду распаковывать. Распаковывать. Что это такое? Ножки такие шляпки. Малышка моя. Что там? Ничего себе, сказать. Что там? Глаз увидела еще один. Это камера, доча. Всю камеру заприметила. Ой-ой-ой, малышка. Ой, ей игрушки, ее уже все надоели, ей не интересно. Смотри, ежик. Ежик. Смотри, ежик. Ежик. Классный. Так, это надо лучше убрать, а то мы сейчас что-нибудь... Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ну вот как? Помощница моя. Там ножницы у меня. Сейчас уже спать прикладывается. Ну, спать хочет, конечно. Время-то у нас уже позднее. Вообще-то детское время давно прошло, доча. Идем спать. Сейчас я ее попытаюсь уложить, а потом буду распаковывать. Надеюсь, что у меня получится уложить. Да, доча? Ну, если нет, так уж завтра распакую. Никуда же не убежит. Я такая довольная. Вообще, на самом деле, у нас уже вечер, да, я уже сказала, что 9 часов. И я начала снимать вложек. Вот, мне так нравится мой маникюрчик. Такой, знаете, сделала коротенький. Все, как я люблю. Брала длину. И попросила так молочный какой-то. Ну, что-то более такое. Господи, что с камерой? Ну, вот вечно она у меня. Вот так это все выглядит. Не знаю. Я когда иду к мастеру, я даже, честно сказать, не смотрю никакие там эти... Так. Все решаю сразу. По ходу дела.
Вот так он выглядит. Ой. Длина прям обожаю такую. Не длинно, не коротко. Форма такая, миндалька. Очень люблю, очень нравится. Вот. Но, конечно, вот доехать до своего мастера обратно, у меня вчера, наверное, заняло это практически полдня, блин. Вот, 40 минут до туда доехать. Час или час 20 мне наделала маникюр. Потом около часа я обратно возвращалась. Потом за Тимкой. В общем, вчера я жесть как устала. Не знаю. Я еще, знаете, от чего больше устаю? Когда я нахожусь очень долго вне дома. Мне кажется, вот от этого я еще больше устаю. Амина. Вот. Ой-ой-ой, покоя не дает. Вот ей эта коробка надо достать, скинуть. Пошла к своим ходункам. Сейчас на кнопки понажимает. Алло, алло. Алло, алло. Да, там телефон. Да. Вот. Давайте я хоть покажусь вам. А то снимаю и не показалось еще. Всем привет, дорогие друзья. Я сегодня, не обращайте внимания, я сегодня не красилась, я на домашнем. А вообще, сегодня у нас четверг, 11 мая. Тимка у меня сегодня не ходил в садик, потому что он вчера, вот, мы вернулись, и стал он как-то покашлять. Поэтому сегодня я его оставила дома. Вот сегодня завтрак, четверг, пятница, он у меня пробудет дома. То есть лучше немножко дома отдохнет. Ну, я ему сиропчик даю от кашля, вот. Сегодня он уже как бы ничего такого, ну вот с утра как-то он покашливает. Вот. Ну, вчера был прям такой сухой кашель, сегодня уже получше. Вот, поэтому мы дома. И сегодня ничего не снимала, потому что занималась, естественно, домашними делами. Готовила борщ, немножко прибралась, ну не так, как я люблю. Завтра, думаю, что буду делать уборочку. Полы помою, пыль протру, одежду разобрать не надо, кое-что погладить. Красавица там. И да, так вот день сегодня пробежал, потом вернулся муж, я вот сбегала за посылкой на почту, сходила в магазин быстренько, и вот и все, и день прошел. Стоит уже везде деловая. Деловая. Стоит везде уже. Да? А, доча? Что там, яблоко? Яблоко. Не упади, пожалуйста. Не упади. Потихоньку, вот, осторожно, вот так вот она, аккуратненько, и опять встала. Ну ничего, тренируй. Амина, Амина, пух, смотри, давай ручку маме, давай маме ручку, вот, давай маме ручку. Уже шажки делает вот так, если ей две ручки даешь, она уже хоть шагать начала. Ой, что снимаю, вон, видите? Два тазика стоит на столе, это мне нужно разобрать. Стирочку, сушечку, стирочку. Вот, ну все, друзья, давайте включусь к вам попозже, думаю, что уже завтра.
Друзья, всем большой привет! Сегодня у нас пятница, на самом деле уже вечер, и я опять начинаю в этот раз вечером влог. Я их уложила спать. Ой, прошу прощения, выключил свет. Детей уложила спать, а Замат поехал с другом встретиться. А я перед тем, вообще сегодня я чем занималась? Занималась уборкой. Пятница у меня обычно... Пятница, ну, вы знаете, я убираюсь перед выходными, навожу такую порядочку. Навела порядок в ванной комнате, все хорошо почистила, помыла. Помыла полы, наконец-то я их помыла. Мне надо еще там почистить моющий пылесос, потому что он у меня самочистку сделал, но нужно его, ну, воду слить, в общем, почистить. И оставить его чистеньким до следующего использования. Вот, детки спят. Потом мы вернулся Замат с работы. Амина как раз спала, он остался с ней. А мы с Тимкой быстренько сбегали в магазин. Вообще, я хотела сама одна полазить, погулять. В Росман мне нужно было Амине купить смесь. Ну и так, просто посмотреть. Я вообще люблю этот магазин. Он такой хозяйственно-бытовой, знаете. Ну там и косметику можно посмотреть, и всякие аксессуары, колечки, все что хотите. Хотите и очки, и всякие шампуньки, и духи, все, что хотите. В общем, хозяйственно-бытовой, там и детское питание, и памперсы, в общем, да. И покажу, что я сегодня там урвала. В общем, детскую смесь я уже убрала на место, но там ничего интересного, да. Взяла себе вот такой шампунь от Батист, сухой шампунь. В общем, у меня вот был. Мне очень понравилось. На самом деле, я на некоторое время забыла, что он у меня есть. Но в последнее время как-то мои волосы стали гораздо чаще жирниться. Вот, знаете, помою, а на следующий день уже такое ощущение, как будто волос не такой свежий. Поэтому вот и я... И, да и бывают такие моменты, когда вот просто нет времени мыть волосы. Бегом-бегом. Мне кажется, идеальное решение сухого шампуня. Вот, и взяла вот с такими цветочками. Так, буду пробовать. До этого у меня был какой-то тоже сухой шампунь, тоже от Батист, но там было с эффектом объема. Не знаю, здесь что-то. Просто сухой шампунь и все, как бы ничего такого. Вот, ну а смысл, в общем, не меняется. Так, затем были мои любимые масочки. И была акция. Я прям нарвалась на акцию. Довольная такая. И вот взяла свои любимчики. Правда, вот эту я взяла новенькую с витамином С. Ой, у меня Амина просыпается, друзья. Все, я побежала. Дорогие мои друзья, всем доброе, прекрасное утро субботы. Мы проснулись. Ну, я сегодня могу сказать, что я выспалась, потому что я проснулась в 9, в начале 10-го. Вот. Ну, несмотря на то, что ночью я пару раз вставала, Аминочку смесь давала, да? Ну, а так в целом можно сказать, что я выспалась. Приняла я душ, помыла волосы, сделала масочку, но уже ее сняла, потому что у меня какие-то высыпания появились, но я это все знаю, на каком фоне. Короче, женские дела. Вот, наконец ко мне вернулись эти прекрасные денечки, а то у меня их давным-давно уже не было. Все вот с момента беременности, родов, вот только-только ко мне все вернулось. Вот, так, приготовила уже завтрак. Что я тут зависла? Приготовила завтрак, вот так у нас выглядит. У нас были макароны, я их обжарила с яйцом, добавила сырок и присыпала зеленюшкой. Кофеек, ну, конечно же, салатик, куда же без него. Вот, друзья, мы будем кушать, завтракать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Блин, как это вкусненько пахнет. Вот, Тимка у меня уже покушал. Он кушал омлет и также макароны, но только не вместе. Я ему все по отдельности. Вот, у него свой фэн-шуй. Амина у меня сейчас пьет смесь. Она уже поспала первый свой дневной сон. Вот, пьет смесь. И потом будем играться. Вот, давайте, продолжайте смотреть. Желаю всем прекрасного настроения, хороших выходных. У нас они довольно такие активные, продуктивные. Ну, вот, на самом деле мы сегодня идем на день рождения к другу. Да, вчера было по день рождения у подружки, но я, к сожалению, не получилось у меня пойти, так как она меня вечером пригласила, ну и у меня как-то
Тимка приболел, и как-то настроение такое, знаете, поэтому мы сегодня, тем более, все будем, ну, увидимся, поэтому, да, пойдем на день рождения к другу, а завтра уже у меня день рождения, вот. Вот такие мы все, вот у подружки 12-го, у друга 13-го, у меня 14-го. Тельцы нашли друг друга. Так что да, друзья, желаю всем приятного просмотра и хорошего настроения. Ой, какая красота тут у нас. Моя ручная работа для детей. Чего только нет. Вдруг придумал, смастерил. Так, что там? Что там, дочь такая? Ну вот и папа наш играет. Ой, не напугай. Звуки какие разные, да? Друзья, всем прекрасное, доброе утречко, воскресенье. Сегодня прекрасный день. У нас в Германии, ну, я думаю, что в целом в Европе празднуют День Матери. И вот 14 мая. Так получилось, что День Мамы выпал на мой день рождения. Блин, у меня сегодня двойной праздник. Очень горжусь тем, что я мама. И очень я счастлива быть мамой. Поэтому, мамочки, все, кто меня смотрит, я поздравляю вас с этим прекрасным светлым праздником. Ведь мамы, как пуговки, все на нас держится, оно так и есть. Вот. Ну, это счастье, реально. Это, быть мамой – это счастье. Даже несмотря на какие-то трудности, сложности, но это счастье все нам компенсирует. Вот. Я с утра пораньше иду к своей мамулечке. Вот, хочу ее поздравить, ведь если бы не моя мама, не было бы меня, не родилась бы я в этот день. Вот, сегодня у меня день рождения, но я родилась 6:30, я вечером родилась, поэтому пока что у меня день рождения вот так пока не наступил. Вот, прекрасный такой букетик мамуле подарю и... Конечно же, подарочек в косметичке. В общем, что нам нужно, да, для счастья? Женские штучки радости. Обязательно с вами поделюсь, что я подарю маме. В общем, это будет сыворотка для бровей и ресниц. Вообще, суперская сыворотка. Кому, девочки, актуально, обратите на нее внимание. Потому что у меня сестренка ей пользуется, и уже не первый раз. И она работает реально супер. Потому что мои брови и ресницы вообще был... Кошмар. Сейчас я вот ей сколько пользуюсь, я просто в восторге. Они настолько длинные, густые стали, и это реально работает, потому что до этого я не верила в чудо. Вот. Так, я уже подошла, сейчас буду заходить, поздравлять. И, кстати, да, тестирую я свой подарочек, стабилизатор. Снимаю сейчас на телефон, камеру оставила дома. В общем, мои еще спят. Ну, Амина, она просыпалась, я ее покормила, и она на первый дневной сон уже ушла. Азамат тоже еще пока спит. Вот, поснимала видосики. Мне муж подарил такие красивые цветочки, такой огромный букет. И я прям в восторге, балует меня. Вот. Ну все, друзья, буду заходить. Та-да-да-дан! На улице. С днем мамы. Че это с утра уже? Ну, у меня же. Это подарок. Ну, смотри, что это. Давай, смотри, мама. Сегодня у тебя день рождения и день матери совпало. У меня тоже есть подарок. Мамуль, ну это главный твой праздник. Если бы не ты, меня бы не было-то с утра.
Ой, привет. Привет, пацаны. Мороженое с утра. Там полезные подарки. Привет. Спасибо. Вы что уже смотрите? У тебя новый этот? Ага, этот. А ты носишь больно. Носишь больно? Ну вот, понятно. Девчат, показываю, делюсь с вами находкой, как и обещала. В общем, вот выглядит вот так эта сыворотка. Чудо-сыворотка. Реально рекомендую от души. Кто хочет густые, длинные реснички, бровки, вот, Perfecto Seal. Ну, можно заказать в интернете на любом сайте. Так что вот так она выглядит. Так, внутри сейчас вам тоже покажу. Мама, открой, пожалуйста, достань. Как сам тюбик выглядит. Посмотрите, какая она красивенькая. Ой-ой-ой. Очень красиво выглядит. В общем, да. И я прикреплю ссылочку, где я вот лично заказывала. Кому актуально, смотрите. Ну что, дорогие мои, я отправилась отмечать свое день рождения. Меня девчата пригласили в кафе посидеть на бранч. Поэтому я уже пришла, наконец-то. То они меня уже все ждут, заждались. Вот. Ой, девчонки мои, ну привет. Привет. Привет, Танюшка моя. Ой, какая приятная красота, Мили. Давай. Катюш, Настя уже, да? А, Настя, ты пересели. Ты меня поцеловать не хочешь? А, ну ты целоваться 150 раз, да? Вот мои девчата, короче, красотки. Слушай, ну ты хороший денек намещается мне. Можно кушать? Вот такая красота у нас. Всем приятного аппетиту. Так, давай у нас. Красотки мои. Погода прелесть, да, девочки? Я, в общем, не вредная. Друзья, я возвращаюсь к вам. На самом деле уже достаточно много времени прошло. Мы с девчатами сходили на бранч. Меня, в общем, девчонки пригласили на бранч. Ходили в кафе Алекс Скайлайн Плаза. 1000 лет я уже никуда на самом деле не выходила. Так, с огромным, прям посидели так хорошо от души, друзья, прям красота, покушали, пообщались, меня поздравили, подарили подарки, вот, и сейчас я вернулась домой, готовим, знаете, что готовим, сейчас я вам покажу. Ну вот, друзья, что у нас будет, такой вот праздничный обеда-ужин уже, наверное, больше. Вот, шашлычок. Вот. Домашний шашлык. Родители нам дали эту электрошашлычницу. Вообще благое дело, у кого нет возможности на улице пожарить шашлычок. Вот. Ничем не хуже. Пахнет, да? Мамулька уже моя пришла. Синулька, Максимка там. Нету мороженого. Мороженого нету. Вот, сейчас замаринуем лучок. А, йогурт? Съели же мы. Надо закупаться будет. Ну, купим, но мама тебе завтра купит йогурт. Да, я. Пахнет, да? Красота. Ой, смотрите, какие мне цветочки сестричка моя подарила. Ой, ну какая красота. Вообще обожаю цветы. И розочка здесь разные. Ну вот эти цветы, они будут долго стоять. Вот. Ну у тебя все дома есть. Так, мне надо витаминки свои. Что ты хочешь? Яблочко? Банан. Банан? Да, осиновый тортик. Хорошо. Посмотрите, какой мальчишка. И о Максимке подумал. И Максимке говорит бананчик дать, да? Да. Россия. Подожди, сын. Держи. Пожалуйста. Красавчик. Так вот, сейчас замаринуем лучок, и я сделаю салатик с помидоров, огурцов. Так, вчера взяла эти, как их, нектарины. Ой,
или как персики лысые. Я называю это персики, они такие лысые, я вот такие больше люблю. Они такие уже мягенькие, сейчас я их помою, и можно кушать будет. А вот, и салатик сделаем. Вот, на самом деле, я вообще наетая, я не знаю, я, может, пару кусочков только шашлычка скушаю, и все. Не более того, потому что я объелась, ребята, капец. Ой, ну пахнет, ой, пахнет красота. Вот. 30 минут плюс-минус, да, и будет готово. Вкусный шашлычок. Я вчера уже замариновала. Что там плохое? Да-да-да-да, празднование продолжается. Я вернулась домой, пришла мамуля с братишкой, и мы будем кушать. На самом деле, я, если честно, не голодная, но мискот поем. Ой, лучок замариновали, ой, мяско. Посмотрите, как выглядит аппетитненько. Это в электрошашлычнице. Я впервые пробую сама делать салатик, хлебушек. Вот, будем кушать. Ой, какая красота. Ляпота. Так, я же с вами не поделилась, какой букетик мне подарил муж. Посмотрите, какой красивый. Ой-ой-ой, красота, ляпота. Вот. Я снимала рилс. Ой, так прикольно получилось. Так вот. Мама. Что, сынок? Считай. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7. Кто не спрятался? Что надо говорить, сынок? А где Тимка? Ну-ка, Амина, давай найдем Тимку. Ищи Тиму. Куда Тима спрятался? Ну-ка. Нашла тебя? Ку-ку.